Вот, да. Честно говоря, то, что я видела, я понимала, что я ей сочувствовала даже. Нет, а у нас потому дети болеют, нам потому что делать? Эмоционально это невозможно. У мальчика в 11 классе рак, лежит после операции ребенок. А почему ты здесь? Я не перевела разговор. Я к тому, что можно было родительское собрание перенести на более спокойное. Так почему она не перенесла тогда? Это вопрос к ней. Это вопрос к ней, потому что она патриот вашей школы. Если бы никто не поднял этот вопрос, еще бы 10 лет, еще бы Вы не правы.